Траур сегодня с вами. Сегодня мы в жарком Калифорнии продолжаем тусить. В жаркой Калифорнии продолжаем тусить. Ах, и приятное ощущение. Я очень хотел, как вы считаете, прогуляться. Вон, видите, тропинка есть. Может, сходим? Что, друзья, начинается наш маленький трип. Пойдем сделаем небольшое восхождение, разомнем косточки, потратим небольшие калории. Я думаю, что немного. Взял я 1,5 литра воды. Думаю, часа на 2-3 похода хватит. Красивые домики. Здесь интересный стиль в Калифорнии все же. Ну, как-никак, все-таки Калифорния раньше была Мексика, поэтому вот именно этот мексиканский стиль. Правда, в Мексике не такой стиль, но чем-то похож, но покорявее. Кстати, по поводу музыки, все вы критикуете. Вы скидываете, вы вместо того, чтобы писать, опять же, в процентном соотношении критики, критиков очень мало от людей, которые смотрят. Ребята, кому нравится музыка, поставьте лайк или напишите в комментариях, что все отлично. А вообще, друзья, если кому-то не нравится, то в этот момент берешь, делаешь небольшой клип, загружаешь этот ролик в YouTube, проверяю, что нету у него прообладателей. И все, вуаля. Я могу его без проблем тогда использовать. И скидываешь мне его ВКонтакте. Потому что все такие молодцы, все могут критиковать, кидать, что музыка плохая. Так ты найди хорошую, скинь мне ее. Я думаю, пойдем поднимемся на ту гору. На ту-то пока тропу не вижу. Посмотрим уже там. Проблема обуви, поэтому придется идти в псевдокроксах. Ну, я думаю, ничего страшного. Вот, вот такой стиль дома. Дома мне очень нравится. Просто очень. Смотрел варианты нескольких лодок. Вроде все нормально. Те, что мне интересно, они есть. Ну и плюс будут еще те лодки, которые стоят, скорее всего, без рекламы. Опять же, напомню, что много очень американцев, которые выставляют на улице там машины, мотоциклы. Опять же, бывают лодки. А в маринах, естественно, просто вешает табличку for sale. Что предстоит нам туда? Молодец, иди сюда, иди сюда. Вот был бы у меня эндуро, как в предыдущих видео я показывал, что вот KLX 250 была. Вот такой мне нужен мотик для того, чтобы можно было туда забраться. Ну или еще смотрю и варианты DRZ 400SM. КЛР-650 очень большой и тяжелый для яхты. Поэтому пока что в планах, да, напомню, что я хочу эндуро-мотоцикл на яхту. Поэтому я, скорее всего, своего буду Дрэгстара постараюсь продать. И после этого буду искать эндуро. Вроде как VR-250, что бы очень хотелось. У меня была предыдущая VR-250F Hard Enduro или КЛР, КЛХ 250, или же что-нибудь из Honda, может быть, какой XR, ну или Suzuki DRZ, тоже как вариант. Поэтому легкий эндуро. Если ничего не получится, то привезу мотоцикл в Южную Америку или Центральную, там попробую загнать, и после этого куплю какой-нибудь там эндуро, даже местный, пусть даже с воздушным охлаждением, что не хотелось бы. Но будем смотреть, сколько останется средств, потому что лучше иметь в запасе побольше. Да, грязи здесь тоже хватает. Ну, ничего не поделаешь. Человек. Я вообще сейчас смотрю какую-нибудь палку для того, чтобы взять с собой как дополнительная опора. Ну, здесь фейерверки запускали. И стул спалили. Начинается наше маленькое восхождение. Я думаю, что 300 метров всего лишь. На мотоцикле было бы сложно сюда скачать. Здесь довольно мягкий грунт. Если бы где-то вот здесь валить, еще ладно, потому что здесь очень так рассыпчиво. Рассыпчато. Но я бы попробовал. Думаю, если нормально набрать темп, скорость, то можно скачать. Здесь уже пологая.
Тяжело после алкоголя работать всегда. У нас что-то дома тоже очень часто были пьянки по субботам. А в воскресенье мы ехали в экстрим-парк на тренировку по эндуро. Всегда было весело. Но зато очищается организм. Нагрузка, конечно. Зато очищается организм, блядь. Считается, что в таких местах, чтобы не тратить много влаги, во-первых, надо быть одетым. Второе, это книги выживания. Второе, желательно дышать носом. Таким образом, влага выходит меньше, чем через рот. Что очень тяжело при восхождении делать. Пить маленькими глотками, не забываем. Лучше чаще, чем один раз много. Это тоже тяжело для организма. Еще очень классная рекомендация, друзья, вам советую всем. Начинать фотографии делать сверху, а когда вы будете спускаться, доделывать уже их снизу. Нет смысла делать фотографии снизу, потому что самая красота, во-первых, будет сверху, а второе, вы все равно будете спускаться и больше рассмотрите, чем... Кто бы что бы ни говорил, но универсальность этой обуви просто зашкаливает. Да, это не совсем для подъемов, но у нее защищены носы. Она довольно комфортная, вентилируется, что очень важно. Ну да, голень не защищает. Но тут как сказать, иногда лучше, чтобы ты растяжение сделал, чем что-то поломал. Поэтому все относительно. Я много раз сломал ноги. Растяжение тоже было несчетное количество. Так что я знаю, друзья. Тут как повезет, какой ты везунчик. А страховки что, у нас нету в США? Да, многие спрашивали, как быть, если что. Просто, если уже критически, то обращаешься к специалистам. Тебе выставляют огромный счет. Лечишься, а после этого или уезжаешь, или платишь по чуть-чуть. Ну, как бы они вроде обязаны тебя вылечить. Хоть всегда спросят страховку. До первой вершины, друзья. Ну что, можно пойти вот туда или прямо. Пока силы есть, только пробило немного на пот. Но мы справимся. Это лайтово. Конечно. Не то, что были восхождения на гору у меня. Кто не смотрел восхождение на Патасе 6088, который я покорил, то под видео будет ссылка, можете глянуть. Было классное восхождение. На что я рекомендую вам обязательно, если кто любит горы, поездка в Боливию. Потому что очень дешевые всякие трипы, там есть хакинги, где можно войти на гору, даже 5-600 вроде бы там, или 5-400, там что-то такое. Но все равно это серьезная гора. Блин, думал, что здесь будет какой-нибудь каньон. Кстати, там где-то стрельбище есть. Я смотрел по карте. Может, кстати, вот оно. Смотрите, а вон дорога извилистая идет, чтобы на великах погонять. Вот эта тема тоже классная. Не, вообще здесь так отлично. Здесь что на мотике, что на велике. Было бы прелестно. Не, Америка классная страна. Все же, смотрите, насколько все разное, да, какие разные климатические зоны, какие виды. Ты можешь по Америке реально блуждать, ездить, путешествовать. И чтобы посмотреть всю ее, это надо огромнейшее количество. Поэтому большинство пенсионеров и покупают дома на колесах и ездят здесь так. Ну и просто люди живут. Тоже я решил туда сходить. Черт. Так, лениво. Спуски, конечно, самое интересное, особенно в таких шлепках. Но возможно. Заяц, заяц, друзья. О, какая дорога.
Класс. У Соньки бывает такой косяк, она почему-то самостоятельно переключается на фотографии. Патроны. И только что пробежало два зайца. Мы почти добрались. А так помойка, какие в Перу. Вон, кстати, смотрите, выстрел. Гиль сколько. Бах-бах. Но людей нету, так что безопасно, я думаю. Походить. Но видите, здесь можно пострелять. Да, что-то такое за здания были. Как после бомбежки, слушайте. Да. Ой, это даже раньше была весовая, вы представляете? Смотрите, как обстреляно. Бах-бах. Серьезно. Кто-то валил здесь. Немножко так идешь здесь и неприятно, понимаешь, что здесь как бы наваливают из оружия, и мало ли какой-то сейчас чувак. Он, правда, да, с утра там не будет, но все же сейчас идешь, а он на тебя целится. Было бы, наверное, неприятно ощущать или осознавать, но здесь просто огромнейшее количество гильз. И стреляли в эту область, видите, он даже краской помечен. Даже чувствуется запах пороха. Сколько бутылок всяких раскрошенных. Кто не попал до этой банки. Есть вот такие штуки. Глиняные, я так понимаю. Ляп. Видите, как быстро и легко разбилось. Ушастый. Кролик, а не заяц. Ну что, наше восхождение начинается опять. Сейчас мы уже идем домой, поэтому нам придется подняться, пройтись и опуститься. Кстати, здесь связи нету. В диких условиях. Недалеко от людей, не совсем то и дикие. Мы сделали это. Мы поднялись. Ну, почти. Очень часто, когда ты вот делаешь какие-то подъемы, есть какая-то легкая усталость или просто усталость. Вот как мой организм, я думаю, и многие приходят только в режим медитации. Ты можешь думать не об этом, о чем-то там вообще постороннем. Но зато время иногда довольно быстро проходит. Ну и как-то легче. Тогда дыхание контролируется. А когда ты идешь, конечно, разговаривать, это больше всего выделение воды, да и энергия, перебивается дыхание. Так что идем, друзья, молча. Красивый вид. Все по квадратикам, так ровненько, четко. Как же круто порелаксировать. Так давно не мог себе это позволить. Такой кайф, друзья. Попробую теперь видео делать двумя частями. Постараюсь уменьшить звуки, музыку. Но хочется все равно что-то добавить, подыграть музыкой. Хоть вы и говорите, у меня не то вкуса. В общем, отдохнем немножко. Пойдем пока потусим с ребятами. Отлично, вода не мокрая. А вообще не шляпка. Не слушай его. Ух.
Выбиваем, выбиваем. О, сука! Готов, один погиб. Кто? Сейчас у нас будет большая уточка. Что, всем зашло, поэтому, ребята, пойдем готовить сейчас снова. Молодец. Как все расслабляются, а? Кто чем занимается? Телек гладим, готовимся к вечеринке. Кто-то просто залипает в телефоне. Привет, Макс. Привет, подписчики. Продолжаем нашу тусу. И сейчас пойдем мы в даунтаун. Поехали. Молдаванин подготовился. Вот его страйк. Оп. Да, последняя игра. Да. Давай, Макс. Иди на рекорд. Начинается битва не на жизнь, а на смерть. Кровавое побоище прямо сегодня. Прямой эфир. Мочи, мочи. На улице так тепло. Мы куда-то приехали. Не так умер. Аллергия. Мы попытаемся сейчас зайти в этот клубешник. Ну что, мы в заведении, мы прошли. Артур, что ты хочешь сказать? Ю-ху!
Друзья, веселье закончено, я не натанцевался, я так хотел дальше движа, но, к сожалению, не получилось больше. Там столько было девушек, черт, в США есть красивые девушки, худые красивые девушки. Людям что ты делаешь? Я мороженое, 12 ночи, пиздец. У меня диета. Я шорты переодел, но сейчас...